Ждем, когда они охладятся. Мы заправляем их температурой воды примерно 65 градусов. Чай, кофе заваривается, немножко ждем и пьем через трубочку или напрямую из пакета. Прием, распаковка гранаты МКС происходит. И нужно очень много включить оборудование, проверить герметизацию люков. Интересный процесс, который мы долго-долго изучаем на Земле и потом занимаемся им в космосе. Необычные явления объекта нет, таких вот прям совсем необычных не видел. Время от времени в ночном небе интересно очень наблюдать за другими спутниками. Это такие маленькие звездочки, которые летят по направлению мимо тебя или вдоль вашей трассы полета. То же самое, что вы можете видеть в звездном небе в темное время суток безоблачное, да, такие вот маленькие звездочки летают. Мы тоже их замечаем. Вот самое необычное, что я пока наблюдал, это вот такие другие спутники на орбите. Прием, да, конечно, мы встречаем Новый год. Вот первый Новый год мы встречаем через месяц, как раз будем готовиться, пока не знаю как. А дни рождения, да, отмечаем. Вот недавно был день рождения нашего командира станции Андреаса. Мы вечером кушали вместе все семером тортик. Прием. В субботу как раз мы, у нас такой день уборки. Мы в субботу, каждый из нас по 2-4 часа тратит на уборку. Мы пылесосим, протираем пыль с помощью тряпок. Вот такой у нас санитарный день каждую субботу. Одежды целые мешки одежды мы носим, потом выбрасываем, надеваем новое. Прием.